Привет, ребята! А вы знали, что в городе Вудбридж есть как минимум одна дорога без асфальта? Причем на карте она здесь особо не обозначена, что она без асфальта. Поэтому, если ты не знаешь, что, смотря на карту, ты думаешь, что это просто обычная дорога. А это такая... Это единственная, наверное, в Вудбридже, которую я такую нашел. Здесь нет асфальта, здесь гравий. И здесь прикольно на джипе гонять. О, кайф! Опа! Вот так. Вот такой вот маленький-маленький кусочек, но все же дороги без асфальта, с гравием и такая, можно сказать, лесная дорожка.